Представляем вам новую версию программного обеспечения, 291 версию особо противоударного. Сейчас мы это вам продемонстрируем. Как? Ну, как-нибудь, ровненько. Ровненько, вот 25 отметочек. Выше. Вставляем ток равным сантиметрам. Да, там бы нету такого столько было сантиметров. Поехали. Текс. Зачем? 150. Будем варить. Нет. Ну, я думаю, что не стоит. Это 25, это 10 метров. Дам с полметра. А вот ток выставка, ток. Предохраняющий. Скорее всего, разъемчик индикатора вылетел, да? Ну, варить должен все равно, давайте попробуем. Забираем или, наверное, восстановить работоспособность. Да все появилось. Рома пробует, Володь, давай бегом откручивай, давай индикатор поправим. Да он есть. Это после падения полметра. Работает. Ну, Рома, еще. В каком состоянии? Показывай, значит. Вот это уже наше, да, Рома? Или был он такой? А кто-то, я не видел, я вроде деталик ты собирал. Ну, он и был такой покусанный, да? Вентиляторы на месте. Ну, давай включай, смотри. Так, ладно, закручиваем, продолжаем. Наверняка, чтобы добить его, чтобы он был. Дальше только они туда. Так, какая плата? Слова? Пачки девочки, давай-ка в кучку. Девчата, куда вы бежали? На вас не смотреть будут. Обрати внимание, что ключ. Серега, давай туда. Парни, ну я, наверное, наш метр. Подожди, не торопись. Я совсем счастливый человек, поэтому не знаю, может быть, не вернется. 120. Чуть дальше. Ноги убирай, Рома, отскакивай сразу. Все, бросаем? Ниже чуть-чуть. Вот так, чуть-чуть выше. Ох ты даешь, ну давай, ключи на эту сумму. Он жить будет, он если с трех номерами там жить. Он же жалеет. Поздравляю, Рома. Легкая рука. Лоза. Держатели покажи, я тут буду говорить, что это не тот аппарат работает. Да, ты сними проводочки. За другие места. Вы, девочки, достойны чести швырнуть это чудо с 1.5 метра. А можно рисом? Не выпекать. Их можно поположить. Давайте, завод. А? Полтора метра, девочки. Ток 150, выставляем. В расцепную, да? Да. Да не бойтесь. Так, девчата, держите. Поднимайте, а то на палку поставим. Поднимайте. 3, 4. Бросаем. Так тоже можно. Высота уже меньше была. Вот это. Ой, мама. О, у нее аппарат поломал. Не поломали. Надо же разобрать высоту, показать, что ничего там не дошло. Подняти глаза. Это тоже 150, Рома. Ну, да. Ну ладно, работаем. Поехали дальше. Конечно. Давай, Виталик, наверное, давай ты, чтобы чистенько, вот, чтобы плоскостью бахнулся. Не чтобы... надо. 1.5 метра. Остановись на аппарат. Давай, наверное, этот сам. Вот так вот. Я поднимаю. Андрюха, ты соскакивай. Вот так. Не надо. Вот это вот 1.5 метра. Все, бросай. Подожди. Ниже. Вот сейчас, смотри. Поехали.
Ну, полуплашмя. Да работает. Вентиляторы. Не, гудит, а гудит. А ну, да, гудят вентиляторы. А глаза? А ну дай. Подожди, еще ты берешь. За 3 минуты мы рычок поснять. Давай, снимай. Там кто-то слышит. Где вот эти кашпины? Ну, отсюда вылетело. А, вот он вылетел. Вот, 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 вот. Сними. Покажи. Снизу выпал, да? Вставляй. Вставляй. Так, ну, значит, крепятся силиконом. Да, сейчас мы, вижу я трещинку на плате на креплении. Сейчас будем смотреть. Это Виталик очень хорошо их вставляет. Ну да, на, вставляй. Виталик, там молоко. Посмотрите. От двух падений с 1.5 метра, с 1.5 метра и с 250 миллиметров, падения с 1.5 метра будут на новом аппарате все-таки выглядеть получше. Но тем не менее, выжил, и можно продолжать работать дальше. Вот. Насчет 291 версии противоударной, это была шутка, все остальное правда. А масса не будет? Если не будем, не по нем. Поехали, поехали. Да вообще, ничего. Он его и не чувствует. Попрыгай, Родион. Вообще. Давай, стой, подойди, давай перевернем на морду. Ну, так, с такой шириной и диаметром колеса, по-моему, не надо все равно. Только если мы положим такие. Все, давайте вдоль. Вдоль. Давай уже вдоль. А давайте вдоль и все. Все, хватит издеваться. А давайте последний раз. А нас не жить. Вот. Вдоль переезжай его не. Все, последний. Финальный. Только и корпус вдоль. И то погнулся, потому что там этого нет. Все, решили. Поехали. Ну это капец.